сначала надо поздороваться. Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! Ну а теперь представьте нам, кто ты и откуда прибыл вы? Я Незнайка, а это мой друг Знайка. Сказочные герои из цветочного городка прилетели на праздник внимательности и сообразительности. Веселые персонажи пригласили дошколят погрузиться в мир шашек. Муниципальный турнир по этой игре состоялся в стенах детского сада «Калинка». Перед началом соревнований – знакомство, повторение правил игры и музыкальная разминка. За право считаться сильнейшим игроком сразились 18 участников со всего городского округа. Выйти в финал было непросто. К слову сказать, эти ребята уже победители. Каждый из них занял первое место по шашкам в своем детском саду. Все дети занимаются на базе детских садов у нас, занимаются с инструкторами, с воспитателями. Есть дополнительные кружки, но это все на базе детского сада. Детям нравится, интересно, где-то логическое мышление развивается. Аня Рамаданова, несмотря на свой юный возраст, уже 2 года занимается шашками. Играет не только в детском саду, но и дома с папой. Достичь результата ей помогают ежедневные тренировки. Какой-то опыт уже набрался, да, определенный. Навыки игры. Или с компьютером играет, или с папой. Есть возможность. Разные варианты пробуем, разные партии. То есть они и в саду тренируются, и дома тренировались, поэтому практики было много. На этом детском турнире все по-взрослому. Дошколята сыграли 8 партий, а потому и награды самые настоящие. По результатам игр были выявлены победители, которые получили свои заветные медали и почетные грамоты. Кстати, Анна Рамаданова заняла 1-е место. Золото завоевал и еще один воспитанник – Вылегжанин Кирилл. Юлиана Мазырина, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.